Дорогие друзья, всем привет! Есть два варианта, как обыграть рисунок для теснения. Есть вот такой, делаем плашку и в ней рисуем, гравируем текст. На коже он получится, текст получится выпуклый, а плоскость вдавится. Есть другой вариант, где мы обыгрываем контуром, и все элементы, которые у нас есть, они все будут вдавливаться. Сейчас посмотрим, как получится тот или другой вариант. Будем оба давить одновременно. В некоторых случаях получается гораздо красивее, когда вдавлена плоскость и текст выпуклый. А в некоторых наоборот. Все зависит от рисунка, от толщины линии, от того, что вот там нарисовано. Если, допустим, это барельеф какого-нибудь, ну, пытаемся сделать какое-нибудь лицо, то это один вариант. Если у нас текст и какой-то контурный рисунок, это совсем другой вариант. То есть нужно вот представить, как оно будет в итоге. В таком случае всегда черные элементы вдавливаются, а белые становятся выпуклыми. Поэтому, когда мы делаем дизайн, нужно это учитывать, чтобы красиво в итоге получился оттиск. Но все равно мы, конечно, не можем предугадать на все 100%, но будем близки к этому, если будем это учитывать. Итак, смотрим, что у нас получилось. Так, горячо. Сейчас один штамп, это второй. Получилось неплохо и в варианте с контуром, и в варианте с там, где плоскость вдавлена. Единственное, что текст, конечно, мало выпучивает. Если бы он был жирнее, ну или в целом штамп был больше, то было бы, конечно, намного красивее. Ну а так, делайте дизайн. И выбирайте, как вам хочется сделать. Спасибо за просмотр и пока.